Привет, все добрые люди. Последнее время на какой канал не зайдешь, все блогеры с друг другом прощаются. И вы знаете, конкретные даты отключения YouTube не называются. Все говорят, что вот прошли слухи, что скоро. На самом деле, вот если отключили рекламу и монетизацию, то YouTube прислал рассылку, да, что отключается в России. Но, по крайней мере, то, что отключается YouTube, еще такого не было. Так, может быть, это все и наговоры? Конечно, я понимаю тех блогеров, которые перешли на другие платформы, как бы подстраховались, но я думаю, что прощаться рановато. Как мне подсказывает интуиция моя, я не знаю, немножко доверяю как бы ей, то мне кажется, что отключение рекламы и монетизации это уже достаточно. А вот снимать ролики и быть на своем канале, общаться с другими людьми, мне кажется, что это останется. Я остаюсь на YouTube до последнего, как и все, и не собираюсь ни с кем прощаться. Даже если, предположим, YouTube отключит, то вы же сами понимаете, что это будет временно. Подключат YouTube и монетизацию, и рекламу. И вы знаете, все равно мы с вами встретимся и будем точно так же общаться. Зато у нас будет время, материал, наверное, накопить. Подумать как, над какими-то темами, снять видеоматериала побольше, а уж потом мы с вами и раскрутимся. Вот так.